Всем приветик! Приятного аппетита! У меня не удержалась прям кусочек. Уже оторвала рыбки. У меня рыбка жареная. Поймали вчера. 4,5 килограмма. И, конечно, здесь голова. Без нее никак. Я люблю рыбьи головы. Я рыбку надрезала, чтобы кости прожарились мелкие. Сегодня мы тоже ходили на рыбалку. С детьми только я ходила. На улице ветрюган. Холодный, леденючий. Братья. Невыносимые. Думали, что и клевать не будет. А мы 7 штучек поймали. На 2 килограмма 100 грамм. Вот это огонь. Я говорю, все уже, я не могу. Дети моя. В теплом костюме только ходила. А детей одела тоже теплый костюм и еще куртки. Муж и капюшоны на голову надели, натянули. Ничего не помогало. Блин. В 7 утра ушли на рыбалку сегодня. В 11, наверное. Не в 11, нет. 10. Обратно вернулись. Хвост, конечно, костлявый. Чаек. А я его холодненький сделала. Говорун хреновый. Ну вот. И лицо у меня под цвет прям кофты. Красное. Ну, на ветру. Надуло мне прям конкретно. У нас скоро 3 косаря будет с вами. Круглая дата, так сказать, да? Круглая цифра. Спасибо вам огромное, что подписываетесь. Пишите хорошие комментарии. Ну, не беги с гадостей, конечно, что же. И этого хватает. Ну, я не монету, чтобы всем нравится, правильно? Да. Ой. Вот рыба собственными руками пойманная. Она слаще всех. Правда. Вот здесь у меня вот такую рыбку ели. Он чё ржёт там, как конь? Кирилл, прекрати! А, прям с хрустом. То, что сегодня поймали. Кирилл выпустил в ванную. Кирилл! Уйдите с нашего дивана, а! Вообще не понимает. Выпустил в ванную до отца. А здесь приедет. Почистит. Вскроет. Не хочу этим заниматься. Костлявые-костлявые. Ну, а куда без этого, да? Это же рыба. Вчера почистили. Часть убрали в морозилку. Большую. Больше. Все убрали. 4 штуки оставили только. Пожарить на сегодня.
остальное в морозилку. Если теплая погода будет, мы пойдем уху варить 1 мая. Я думаю. Надеюсь, будет погода не такая, как сегодня. А ветреная и холодная. Ну, кстати, сегодня не одна я была женщина, кто рыбку ловил. Вот так. А вы любите рыбу ловить? Блин. Я вот удивляюсь. У меня Кристина, она быстро с рыбой расправляется. Раз-раз. От косточек почистила. Все дела. Уже столько костей, блин, из десен повытаскивала. Хватит орать. Как Кирилл, интересно, ел? Блин. Обычно в ребрах нет мелких костей. А что-то и в ребрах. Косточки. Давайте башку съедим. Одну. Ну и горько. Ну, короче, у меня одна удочка живая осталась. Кирилл зацепил, оторвал. Криська зацепила. Пришлось отрезать ей леску, потому что она не отрывается. Леска какая-то мощная. Так. Я позвонила мужу, сказала. Я говорю, все. Удочки-то. Я, конечно, обрадовала его. Ему сегодня еще вязать их опять.
Вообще интересно, почему такое вот суеверие есть. Если поел рыбу, то на рыбалку лучше не стоит ходить. Все равно ни хрена ничего не поймаешь. То есть перед рыбалкой нельзя есть рыбу. Почему? Вопрос. Вот я сейчас сижу, херачу. Я уже все наелась. Чего мне больно надо? Тазик. Тазик рыбы. Ну, можно сказать, голову я распотрошила. А, ну мозги остались, да? Какая мозгастая будет? Как бы оторвать-то? Он снимается. Просто-просто вот так и снял. Мои глаза убрать, чтобы она не смотрела на меня. Какие мозги сосу. Все. Спасибо за просмотры. Кто ставит лайки, пишет комментарии, кто подписывается. На скоро 3 косаря. Всем огромное спасибо.